Всем-всем-всем, добрый день. Я съездила в город, продала я все-таки бордовое платье. И больше решила я вообще платье не заказывать. Буду дальше продолжать в штанах ходить, пускай я буду мужиком. Вот так вот. Зашла в магазин, купила кое-какие продукты. Сейчас вам все покажу. Взяла пирожки детям на утро, сейчас чай попить. Литр молока взяла. Ну и когда ж без сладости? Мама, да что без сладости была никогда. Вот такие вот мармеладки деткам взяла. Разные. И скушают. Дальше взяла свежих яблочек килограммчик. Взяла чеснок. Хочу сегодня свекольный салат сделать. Также купила капусточку белочек. Свеклу, конечно, куда свекольный салат без свеклы, да, ребята? И морковку. И тут детям купила с рук купальники. Знаете, идите, смотрите вам купальники. Вот такие вот у меня покупки. Зеленое платье не продала, не смогла. Оставлю, дома его носить пойдет. Вот такие покупки у меня. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем добрый день. У нас сегодня понедельник, и сегодня у нас начнут ломать брус. Мы уже частично приготовили, чтобы все передвигать. В зале все вот так вот. И сейчас будем делать дальше ремонт. Поэтому у нас сейчас немножко разруха. Видео снимать точно некогда будет. Поэтому уж извините. Постепенно так частями буду абзацами вам показывать. Сегодня будем менять брус в зале и в маленькой комнате. А завтра и окна, скорее всего, если успеют сегодня. А завтра, наверное, с той стороны будет. Не знаю, как вообще. Короче, делаем ремонт. Все, ребята, сломали у нас уже окно. Сейчас будет брус ломать. Вот так вот в целом. Вот такая вот фигня. Ребята у нас меняют окна. Ну, не окна, пока брус меняет. Окна уже выставили оба. И поэтому брус меняет. Я жарю яйцо с колбаской. Ребятки уже поели. И вот себе сейчас жарю. Гостям тоже надо нажарить. Сегодня такой быстрый завтрак, можно так сказать. Завтрак, обед и ужин. Сейчас картошку почищу и сделаю тушеную картошку с тушенкой. Будем так сегодня. Готовить приходит сегодня на летней кухне раз дома. Такой разгром. Но в целом мы довольны. И также салат режем. Ладно, готовим. Смотрите, что у нас тут творится. Брус вот так вот уже выставили. И меняют все. Окна, два окна выставили. Брус выставили. И делают потихоньку. А я готовлю кушать. Села, ребят, картошку чистить. И пять ножек. Вот видите, начал чистить, и он вылетел просто на все. Ням-ням. Ну. Подожди, Ванечка. Ваня сегодня дома, не в садике. Многие скажут, почему ребенок не в садике. Сегодня у них садик не работает. А там красят что-то в садике. Мама, где Сана? Да играет где-то, играет. Иди ищи ее там. Сейчас потушу картошку, сделаем салатик, пожарим яйцо с колбаской. В самый раз будет. Хочу все съесть. Помешала? Молодец. Печка плохо горит что-то. Надо папе сказать, чтобы он печку пошурудил. Папа там что делает, Катя? Иди посмотри, папа, что делает. Работает. Фу. Ой, Илья идет. А? Илья идет. Купил майонез? Почем он? 91. Ну, еще и сигареты, да, взял майонез? Я не взял. Мне 20 рублей не хватает. Пилить. Илья, посмотри печку, пожалуйста. Будь другом. Только что подкинули.
Только сразу говорю, камера включена, имею в виду. Там давно уже папа подкидывал. Давай я сейчас вот так вот отодвину и делай. Ну, что давно подкидывал? Там пошерудить просто надо, чтобы оно лучше. И помешай яйцо тоже. И только помешай. Готовим, готовим, готовим кушать, ребята. Поэтому некогда времени снимать. Вон там лопатка, открой, помешай. Так ей помешали. Оно все равно подгорит, яйцо же. Ильюш, ну тебе же не трудно. Трудно. Лопатка хорошенько, потому что как Катя мешала. Я знаю, как Катя мешает. Мы рады. Я, например, очень рада, что окна делаются. Я не очень. Все, нарезала помидорчики. Вот здесь светопакет. На, тогда картошку садись, чисти, а я буду помидорами заниматься. Давай. Ну, сейчас подожди. Ну, какой ножик возьмешь? Мне без разницы. У папы есть 20 рублей? Я не знаю, спроси, иди у него. Илья подвинул немножко. Ладно, дорогие друзья, буду готовить, потом вам все покажу. Все, ребята, установили нам сегодня 2 окна. Вот так вот сейчас, пока у нас, сейчас я буду, ребята ушли, буду прибирать все это. Вот так вот изнутри, здесь вот. И сейчас покажу, что у меня тут творится. Такая же, брус меняли. Сейчас с улицы все покажу вам. Как и что у нас. Но я довольная. Завтра придут еще остальные окна делать. Сейчас мне все вот это вот убирать надо, видите, что? Ну ничего, зато окна вставлены. И вот так, ребята, у нас с улицы. Поменяли брус, видите, где возможно. Все здесь поменяли. И вот так вот 2 окна смотрятся. Класс, я довольная. Я вообще как довольна очень. Вот это вот брус на дрова пойдет. Тут цветы, конечно, даже георгины мои затоптали, но ладно уже. Доски. И вот, вот оно. Всем привет, я тут. Все обсыхает, завтра еще придут делать. Окна? Да, завтра придут еще окна делать.